не про кажу, кадри, на сьогоднішній просто... день ми є дійсно для всього світу небезпечною державою. Правильно каже товариш, у нас є 15 енергоблоків. Правильно, у нас є небезпечна ядерна станція. Скільки кілометрів від Києва? 100? Небагато. 110. Ну, 110. Человек звонил с Івано-Франковска, да, по-моему, в Івано-Франковске именно в нем и размещались те ракеты, кнопки которых находились в Москве. И вопрос, оставить Украине или не оставить, он был гипотетический. Никто не собирался этого делать. То есть было принято четкое решение, что в любом случае они будут демонтированы и отправлены туда, где кнопка. И оно так и случилось. Да, в этом во всем... Сегодня можно обвинять Кравчука, хотя Кравчука сегодня нужно обвинять во всем, что происходит в стране. Вот все плохое, ну, мабуть, что не в том состоянии, в котором он сейчас находится. Не, не. Та, ну, подождите, а в каком статусе? Людина сегодня имеет до переговорного процесса прямый, это, ну да, это не, же я, бред. Я про стан здоровья, я про стан здоровья выключил. Языка сняли, то есть арахами.